особенно для детей насыщенную, веселую и в то же время очень полезную программу продумали работники детской городской библиотеки. Ребят ждут выставки, конкурсы, тематические квесты и концерты. На днях действительно по-летнему, радостно для пришедшей детворы, прошла одна из таких встреч. Состоялось открытие республиканской акции «Лето и книга». Что важно, мероприятие прошло на улице. Свежий воздух, солнце, яркие краски природы, громкая музыка, танцы и звонкий смех ребят. Все это составляющие самого настоящего летнего праздника. Сегодня мальчики и девочки танцуют, играют, рисуют, вспоминают детских писателей, принимают участие в конкурсе, замечательно проводят время и, конечно же, приходят в нашу библиотеку, чтобы познакомиться с замечательными детскими писателями и полистать яркие красочные книги и журналы, и принять участие в замечательных мероприятиях, которые мы для них подготовили. Представители детской библиотеки тесно сотрудничают с Центром дополнительного образования детей и молодежи нашего города. Они часто проводят совместные конкурсы. Одним из таких стал городской конкурс книжных закладок «С любовью к чтению». Проведение таких конкурсов важно и нужно, так как они позволяют детям самовыражаться, а главное, позволяют доносить до окружающих свои мысли так, как они видят и как они сами хотят. Я придумал такую закладку, потому что еще природу люблю. Там был изображен олень, который выглядывал из-за холма, а на холме было очень много красивых узоров. Это только начало. На протяжении всех 3 месяцев лета в библиотеке будут проводиться совершенно разные мероприятия. Маленькие посетители совершенно точно останутся довольны и обязательно запомнят это лето надолго.